Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, ребятки! Русский Китай. Тема всегда была популярная и интересная среди коллекционеров. Вообще темы, имеющие пересечение интересов разных стран, например, русская Польша, русская Финляндия, русско-американская компания на Аляске, всегда имеют повышенный интерес среди коллекционеров, так как потенциальных коллекционеров больше. Они из разных стран. Я русский. У нас на аукционе представлен комплект банкнот, затрагивающий сразу три страны. Это японский магазин, находящийся в Китае под русской властью. Банкноты с русским текстом. Очень интересный выпуск. И давайте поговорим о нем. Ну, рассказывай. Компания торгового дома Мацура и Ко находилась в Японии, в Якогаме. Филиалы были в Токио и в Харбине. О втором мы как раз будем говорить. В магазине имелись отделы розничной и оптовой торговли. Продавали одежду, косметику, драгоценные металлы, обувь. В общем, все подряд, всякую всячину. Чего там только не было. Один из магазинов, филиалов, находился по адресу Харбин, улица Китайская, 45. Это пересечение с улицей Пекарной. Это было самое высокое здание Харбина. Его даже называли в то время небоскреб на китайский. И это здание было построено русским техником-строителем. Очень интересное архитектурное решение. Стиль эклектичной смеси неоренессансных тенденций с элементами рококо и барокко. Это реально было очень красивое, мощное, большое здание в центре Харбина. Для преодоления разменного кризиса компания Мацура выпустила свои денежные знаки 1, 3, 5, 10 рублей. По сведениям Чучина, всего этих банкнот было выпущено на сумму 5000 рублей. Это очень мало. Можно посчитать, что банкнот 10 рублей было выпущено не более 300 штук. Мало. Собрать сейчас полный комплект этих бон крайне сложно. Лот нашего аукциона – это полный набор этих банкнот. 1, 3, 5, 10 рублей торгового дома Мацура в Харбине. Этот лот заслуженно имеет статус топ-лота. И это еще не все. В комплекте с этими банкнотами идет открытка того времени с изображением магазина внутри. Шикарнейший предмет, шикарное пополнение коллекции. Я вам его рекомендую.